Всем хай, с вами Самурай, и сегодня мы продолжаем играть в игру 5 ночей с лишней времени. И это уже второе видео по этой игрушке, так как... Так как в первом видео мы прошли первую ночь, а сейчас, я надеюсь, пройду вторую ночь. Я немножко приболел, но не обращайте внимания, в общем, поехали. Вторая ночь, и я, в общем-то, это знаю, то, что пока не настанет час... Окей. Так, сразу заводим шкатулочку. Вот так вот просто будем надеяться. Значит, по идее... Да, hello. Да, теперь, по идее, в камере можно бесконечно сидеть. Или нет. Я не знаю, но по идее, да. Так, вот этот пацанчик. Когда наступит час ночи, вот этот пацанчик освободится с шариками. И все. Так, тут тоже никого. Давайте-ка полазим просто по остальным камерам. Ничего. Пока ничего особенного. Скучно. Еще нету часа ночи. Да. Скукотень. О! Ой! Походу началось. Пацанчик с шариком освободился. Все, погнали. Начинается. Так, вот эта тварь вообще висит там. Я не знаю, кто это. Так, тут у нас все на месте. Тут шо? Еще по идее лисичка скоро должна прийти. Я ее Фокси называю. Так, прикольнее. Так, ну, как бы, ну, я готов, я жду. Тварь тупая. Светить я буду относительно редко, потому что... Я помню, когда я в прошлый раз играл в первую, во вторую ночь, я уже один раз пытался записать, но у меня вылетела игра. Так вот, я когда пытался, когда играл, то у меня очень быстро кончалась зарядка, и уже когда было 3 часа ночи, у меня уже одно деление было. Так, кто-то лезет! Кто-то по вентиляции лезет. О, кстати, да, давайте, да, быстрее, давай, оп, все тихо, так, никого пока. Ну, я знаю, сейчас кто-то, вот этот пацан с шариками сейчас придет, наверное. Ну, я готов. О, тихо, он что-то сказал, ну, или хай, или хеллоу, что-то такое он сказал. Блин, а, фонарик не работает. Давай, свети. О, нет. Вот это ты тварь, конечно, такая тупорылая. Это... А! Маска. Да, мигай, я знаю. Все, исчезай. У меня еще шкатулка там не заведена. Давай, тихо. А где чувак с шариками? Ну, ладно. Без него, конечно, лучше, но просто интересуюсь. Вот это ты тварь, конечно, что она там делает? Давай. Маска от него, по-моему, не помогает. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, он исчез! Все-таки эта тактика работает. Фу, хорошо, и замечательно. Так, тихо, заводим. Чуть-чуть завели и дальше смотрим. Нормально все, заводим. Нормально все. 3 часа ночи уже. У меня довольно много заряда. Зарядки. Ну, короче, фонарик. Пока что вроде... А, опять сейчас кто-то появится. Да, давай. Ну, я не могу включить. А, никого? Странно, обычно, когда фонарик перестает работать, это признак того, что в коридоре сейчас кто-то появится. Но, ну, никого. Что-то меня-то пугает, ребята, мне странно. Ну, ладно. Два отделения, тихо, надо чуть-чуть как бы экономить фонарик. Так. Оп. Изредка я буду только светить. Кто-то опять ползет по вентиляции. Вы заколебали. Опять фонарик не работает. Тихо. Сейчас кто-то... А-а-а! Пацан с шариками. Уходи. У меня в коридоре кто-то стоит по любасу. Уходи. Он ушел. Фокси. Вот она на него время пришла. У меня фонарика мало зарядки. Но я знаю то, что на тебя надо просто много светить. Очень много светить.
Но я свечу, как видишь. А, тихо. Опять не работает, сейчас еще кто-то там будет, да? Фух, не... А-а-а, это кто такой? Я его не знаю! Никого нет. Тихо, опять не работает фонарик, да что ж такое? Кто-то сейчас опять будет. Опять ты, ну ладно. Черт! Мне надо завести! Срочно! Блин! Ай, как бы она быстро была. Ладно. Мы попробуем еще раз, ребят. Черт, мне надо было срочно завести шкатулочку. Если бы мне шкатулка, я, может быть, и спасся от этой. Ломить заряд фонарика. Вот вообще сейчас просто ничего не буду делать, пока не будет честно. Не, я буду, конечно. Я буду эту заряжать. Так, сейчас звонок будет. Hello, да? Или нет? Или уже не будет? А, ну ладно, пофиг. Да, ребят, извините за раздражающий кашель, я сам знаю, я приболел, как я уже сказал. Давай. Ну, час ночи. О! А, нет, он еще он здесь. Да ладно, давай, ну блин. Блин. Опа! Так, все начинается. Так, тут у нас... Он ушел? Фак! Все, ладно, погнали. Началось... А, тихо, давайте зарядим. Окей, все, монстрики повылазили. Теперь пришло время. Веселье. Ну, как веселье? Надо быть не знаю кем, чтобы от этого получать удовольствие. Чёрт, грёбаные помехи, как я вас ненавижу. Так, кто-то лезет уже. Кто-то помехи... А, не работает фонарик, там кто-то сейчас будет. Да, ты, ну, с тобой я уже знаю, как расправляться. Будем на тебя светить. Тут тварь, конечно, страшная. Пипец, какой он страшный. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, он еще там. Ладно, я еще посвечу. Мне не жалко. Мне как раз жалко, потому что фонарик-то не бесконечный. На-на-на-на-на-на-на-на, доволен. Заводим, чуть не забыл. Давай. Раз, два, три, четыре. 5, 6. Вот ты говнюк, а еще там. Фига себе наглый. Блин, чувак, уходи, у меня уже заряд кончается. Ты мне не нравишься, чел. Свали. Пипец. Раз, два, три, четыре, пять. А, хеллоу! Хеллоу, кто-то говорил. Это пацан с шариками сказал хеллоу. Надо заводить. Где? Где все? Я не понимаю, что ты не хочешь исчезать? Или он, блин, мне хочет как больше фонарика потратить? О, фух, исчез наконец-то. Тварь тупорылая. Так, заводим еще. Оп. А, опять не светит. Сейчас опять кто-то будет. Да вы задрали. А, Фокси. Ладно, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Окей. Я так понял, нельзя одновременно светить и в вентиляцию, и в коридор. Ну, окей, я понял. Учту. Так, тихо. А, опять не светит, да? Давай, кто-то еще появится, да? А, никого. Так, хорошо, в этот раз я более-менее экономлю фонарик. Менее-более, так сказать. Так, кто-то опять ползет. Надеюсь, пацан с шариками. Хотя, надеюсь, не пацан с шариками. Заводим, хотя это, ну, не обязательно. Но это я предостерегаюсь, если кто-то страшный отсюда вылезет. А, кролик, да? Банни. Ой, заяц, господи. Или кролик. Постоянно их путаю. Так, давай. Все, хорош. Я понял, что ты исчез. Еще ты. Она еще там, все. Давай. Исчезай.
Ладно, я буду на нее светить. Так, тихо, тихо, тихо. Надеюсь, она сейчас не выпрыгнет. Опять не светит фонарик! Давай, ну еще кто-то там! Вы издеваетесь, почему у меня не получается экономить фонарик? Кто? Свети давай! Свети! Свети! Фредди. Хорошо. Не самое худшее, то, что всё. Не самое худшее, что могло быть. Ага! Давай, 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 я от тебя отвернулся, вот, я в маске, я нормальный. Давай, давай, исчез, исчез? Да, исчез. Тогда нормально. Блин, тупой Фредди, исчезай, говнюк. Да, кто? Никого, показалось. Ага, все, теперь маску. Он уже приблизился, теперь пора маску. Надо завести шкатулочку. Я быстро, Фредди. Опять не светит! Ладно, 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 ладно. А, это все еще ты, да? Ну окей, давай, 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 давай. Быстрее исчезай, ты не один тут. Вот эта фраза меня и пугает, то, что я не один здесь. И он не один здесь. И мы не одни здесь. Давай, 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 чувак, ты исчез уже. Ой, а, тихо, тихо, да, он исчезает. А, это заяц, ну окей. Завести, завести, завести! Так, надеюсь, Фредди ушел. Если не ушел, то он может сейчас выпрыгнуть. Фух, он ушел. 4 утра, 4 утра, зарядки еще более-менее нормально. Пока живем, пока живем. Блин, я так хочу... Он постоянно в последний момент, где-то в 4 или в 5 утра... Ага, 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 все, давай. Исчезай, пожалуйста, исчезай, тварь. Исчезла, исчезла, исчезла? Исчезла. Фокси появилась. Так, вот сейчас я, блин... 5 утра! Все, ура, теперь чуть-чуть осталось. Так, Фокси, я знаю, что ты там, я буду на тебя светить. Опять не светит. Давай, 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 давай. О, фух, она так быстро исчезла. Быстро сдалась. Вот что-то пока что, мне кажется, рано радоваться, ведь я еще не выиграл. Но мне осталось чуть-чуть, и опять не светит. Кто, 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 кто? Кто на этот раз? Надеюсь, не кто-то стра... Ты, Чика. Ладно. Тихо, опять не светит. Не, ну вы издеваетесь надо мной. Или как? Фредди, тихо, тихо, заводим за... А, ну Фредди, это я знаю уже, как с ним. Но главное, чтобы чувак шар... А, ты кто такая? Такое. Что ты такое? Уже исчезла? Нет. Я не знаю, кто это какой-то белый. Я с ним один раз, я его один раз только видел. Я не знаю, в чем его прикол. Давайте заводим, заводим. 5 утра, ну пожалуйста, 6. 6. Ага, Фредди уже тут, окей. Вот так сделаем. Пожалуйста, исчезай, тварь. Ну давай. Нет, нет. Давай, 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 исчезай. Да! Мы прошли гребаную вторую ночь. Ей, да. Ну что ж, она была не из легких, скажу я вам. Что? Что это? Что это? Что это такое? Они меня окружают. Она на меня смотрит. Я что? Я это. Не смотрите на меня. А, что? It's me. Так, сейчас скример, да? А, третья ночь началась. Ну что ж, ребят, в принципе, я думаю, что на этом мы можем закончить. Всем удачи. Всем пока.